Это что, девятка? Не знаю, симпатичная. Не, подожди. Блин, что ты за... что ты за урода купила? Интересно, я могу тебе факт показать? Мне нет. Я могу тебе факт показать. Серьезно? Ух ты, гад. Из первого лица можно показывать факт. Да. Ты что меня отвлекаешь от своим факом? Нужна еще функция закрыть глаза водителю. Боже, блин, мне с тобой страшно. Почему? Потому что ты водишь, блин, как безумная. Нормально я доехал. Не дал разрешения войти. Ах ты, латинос, предатель. Нет, дверь, я дверь найти не могу. Ты зашел? Да захожу. Мне тут какой-то второй латинос встречает. Это я. А, это ты. Да тут вообще ничего нету, кроме мусора. Название мотоклуб. Оригинально. Нет, нет, зачем ты садишься на стол? Как работает? Как тут? А как оно работает? А я не знаю. Чё? А чё нажимать? Я не знаю. Ты как так сделал? Чё я сделал? Я нажала куда-то на D, у меня сработало. Слушай, ты мне сейчас руку сломает. Мне что-то за это дадут, а давай свое пиво. Мне 24 опыта дали, какая бесполезная фигня. Я надеюсь, ты будешь аккуратен. Нет. Ну ты же опа. Не смей сбивать мою машину. Она удобная в управлении. Да это девятка какая-то. Сам ты девятка. Как тебе факт показать? Я тебя не буду учить. У меня есть самодельная бомба. Совсем дурочка, да? Так, где мой фотокур? Блять, да игра. Вот Оля, вот ты мне понапоказывала всякой херни. Это не я. Теперь будем твою машину, блин, ремонтировать. Так, кстати, на целое. Ну мы подкрасим, короче, и скажем, что не бита, не крашена, один владелец, один хозяин. Блин! Меня украли все. Воров нужно уничтожить. Ага, все. Они украли моих три ящика драгоценностей. Можно взять оружие? А я сейчас его просто собью. Ты что, живой до сих пор? Осторожно! Фу, блин. Да не стреляй по нем. На. Да он уже сдох. Я могу только уничтожить его и заработать деньги. Давай, уничтожай, зарабатывай деньги. Оля, все, ладно, поехали. Поздно, делай давай. Ты меня бросил, что ли? Да нет? Я ж тебя жду. Подожди. Оля, пиздец, блядь, с тобой только на войну ехать, меня убили. Все, ты видишь, жёлтый? Давай, меняемся, Оля. Оля, стой. Я могу меняться? Фу, давай. Дим, садись быстрее. Да не нафиг ты на этом дереве катаешься. Куда? Да, блин, ты шутишь? Ладно, едь. Да все, едь, Оля. Не хочу я умирать. Нет, что ты с моей машиной сделала? Ужас. Я взял приз, блин. А, я понял, как это делается, все. Оля, давай ко мне. Пиздец. Почему ударяют твою тачку, а минус 25 долларов приходит ко мне? Я мастерски списываю все проблемы на тебя. Идрила, пропускай. Ну и пошли вы в шопу. Там нет никого. То есть, блин, ворота открываем, а это не нахер надо, да? Ну-ка, я понял. Но нам пока придется летать на вот этом кукурузнике. Пустите, пустите. Так давай. Ты что сделал? Это совсем что ли? Господи, как он странно управляется. Почему его вниз клонит? Нажмите стрелку, чтобы сбросить груз. Нажимаешь стрелку, вообще все кнопки. На клавиатуре хер. И получаешь, блядь, пизды нахер. Хочу грабануть. И еды купить. Это можно сделать отдельно, Оль. Не обязательно грабить людей, чтобы купить еду. Ты в оружейке? Ты рядом с оружейкой? Да, рядом, но не в ней. Ха-ха-ха. Я советую тебе поторопиться. Боже, ты его сейчас видела. Тачку подорвала, забирай меня. Потому что эти копы повяжут. Ты дурак. На чем я тебя заберу, блядь? Это был мой самолет, с которого я кульбит совершил. Все, бегаем, Оля, за мной. Куда я пешком? Да давай, на тебя сразу толпа напала. Тачку. Яр, кто так делает? Тебе сейчас спасать теперь тебе, такую неблагодарную, вообще чокнутую бабу. Чем меня убьют? И пускай,
Менты, кстати, быстро прибежали меня спасать. Они совсем забыли, что я недавно вынес кучу их народа. Да ты что делаешь? Все, давай, залезай. Эй, успокойся! А какого хера, блин? Это вы же из-за меня на нее напали! Че, теперь меня не нужно защищать? Теперь уже фиолетово, да? Теперь уже похуй. Че ты наделал, что они за меня взялись? Ты там не только рожу мне набила, да? Бля, там вертолет. А! Сука! Валим. Нет, моя крыша. Поездки за игроками плюс 200 RP. Это за то, что я тебя катаю бесплатно. Оля, дай хотя бы на бензин. Может, тачку сменить? Голову тебе нужно сменить, Оля. Давай просто где-то спрячемся. Они сюда, они слишком тупые, они не должны зайти. Да чё так долго-то? Вам не скучно там? Так, ща мы на мойку заедем. Надеюсь, это поможет. Нет, не помогает, Оля. Пиздец. Давай грабим ларёк. Только без убийств, я тебя умоляю. А, и купи сначала пожрать. Так, конфеты. Которые обожают торчки. Там вроде кто-то, если орать в микрофон, он быстрее это делает. Ну, мне стыдно орать. 1000 баксов, да ну нахер. Не вали ментов только, а то 3 звезды получим. Ну, тогда, блин, обратно мне вертолет снимать, а там ракеты стоят по 1500. Блять. Нигер, отвали. Он с нами ехал до конца. Блять, менты. Где вы тебя замыкаешь? Ай, бля, та ёб твою мать, они там слева едут, а нет, нормально. А кто тут дверь от дома поставил? Ну, видимо, это вход. Человек думает, что в дом зайдет, но нет. Ну, а смотри, какая машинка. Вот это я понимаю. Ой, это ласточка моя, буквально. А, о, все, вот это задание. Вот это я понимаю задание, нужно просто вернуть, нужно просто приехать и не сдохнуть определенное время. Я же могу просто в воздухе зависнуть и все. Найдите босса организации, убейте его, это же ты. Да. Да. Как бы это задание такое, что я должен просто выжить определенное время. 10 минут. Ты можешь на вертолете полетать и посмотреть. Оля, что ты делаешь? Дурочка. Зарабатывай деньги. Чего тебя надо сильнее бьет, чем меня? Ну, потому что я тебе в голову попал. А, я попадаю куда-то не туда, я понял. Ты в жопу попадаешь, она мне бронирована. Оля, я бы тебе не советовал. Вот так это предают. Ну ты и Оля, я бы сказал. Да, конечно. Да ты вообще жопа. Я тебя тоже вижу. Ты меня убить хочешь? Да. Ты жопа. О, стоп, это. Которые нихера не дали, потому что мне нужно, блин, 30 тысяч. Твое убийство мне ничего не дает, Оля. Только ага. Грусть и печаль. Оля, лучше уже не будет. Лучше не пробуй больше. Подожди, я сейчас еще приду, мне еще 6 минут. Да черт. Он пока его перезарядит. Ну так зачем ты гранатомет-то берешь? Чтобы до тебя дотянуться, с винтовки до тебя не дотянусь, я увидеть не успеваю мне. Это Оля, ты всего раз умерла с винтовкой, ну миллиард раз с гранатометом. Да как так? Подожди, я сейчас. Да как ты не перекаты сделал, скажи? Я пыталась присесть. Блин, револьвер неплох, конечно, неплох. Я пока его, правда, перезаряжу, меня 30 раз уже могли убить. Ну тебя труба помешала это сделать. Почему именно тебе? Уже ждешь? Да. Ну ты молодец, что сзади подошла, кстати. Это твой был лучшая твоя попытка. Ах, как ты! Потому что ты зазнался. Но тем не менее, ты не дала мне выполнить, блин, задание. Я денег не получу. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.